Приветствую! Вы смотрите видеообзор от SotMarket. Водонепроницаемый чехол для всяких разных смартфонов от компании Dicapac. Поставляется в картонной упаковке, а внутри есть чехол, а также к нему ремешок. Конструкция представляет собой своеобразный мешочек с прозрачным окном, сделанный полностью из специального силикона, который не только абсолютно герметичен, но и прочен, устойчив, то есть к повреждениям разнообразным. Сверху имеются две прорези для того, чтобы продеть ремешок, ну и защищено все при помощи застежки и еще одной застежки. Затем верхняя часть сворачивается для дополнительной защиты, и все это еще и закрывается зиппером. Просто великолепная защита. Не то что вода, вы сами туда не доберетесь. Вы просто берете свой телефон, помещаете его внутрь этого мешочка, и все очень ровно тут прекрасно располагается. Итак, вы закрываете все это дело на липучку, и вот тут прекрасно располагается устройство. Можно через прозрачную пленку пользоваться экраном, и нажимать на кнопки тоже вполне удастся. Благодаря присутствующему сзади герметичному контейнеру с воздухом, ваше устройство не утонет, если вы его потеряете. Будет плавать на поверхности, пока вы его наконец-то не выловите и не вернете к себе домой. В целом, такая вот качественная конструкция для защиты вашего изделия от воды. Очень будет, кстати, в путешествии на водном мотоцикле, на катере и так далее. Рекомендую к покупке всем любителям водных развлечений. На странице товара вы можете ознакомиться с детальными фотографиями, а также получить дополнительную информацию. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение, мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.